Привет. Решил озвучить слона. Движение его. Я записал звуки на петличку, подключенную в iPhone. Записывал все в квартире одним разом. Я начал с того, что просто более-менее подходящий под видео сэмпл повырезал. Вот, начал, наверное, с середины. Дальше в основном я их обрабатывал какие-то в моно, чтобы они не были такими там широкими и были именно на слоне. Использовал Serum FX, который Саша предлагал. Дальше научился делать Frequency Shifter и автопанорамой. Он отстрелялся и потом обратно. Дальше было сложно сделать именно выстрел. Их я тоже сделал. А, еще я использую, люблю манипулятор. Им я делал голос слону и взрывы я тоже делал. Все ресэмплировал, выбирал подходящие по... для ракетниц выбирал подходящее по, ну, на полностью такой звук. То есть сначала ракетница, она вжух такое делала, вот, и это когда газ вылетает. А второй момент, это когда она уже вылетает, ну, сама ракета. Все обрабатывал, понятно, что, ну, эквалайзером. Дальше иногда добавлял вот этот зуф. Он убирает свистящие, которые прям в уши дают неприятные звуки. Я им люблю пользоваться. Я не понимал, как увязать все эти разрозненные звуки, чтобы они звучали в одном как бы поле. Ребят подсказали, что можно добавить небольшую реверберацию, что я и сделал, опять же, серым фиксом с маленькой там. Выстрел хотел сделать дробовик такой, попробовать сделать его мощный и мультяшный. Начал я с дверцы, конечно же. Дальше добавил. И их там совместил по частотам, чтобы они друг дружку по басу добавляли. А, дальше мне хотелось вот этот плевок. Плюс искры, да, там есть. И хвост свистящий. Такой плевок. Дальше мультяшности добавляет вот эта перезарядка. Я его сделал скрипучим. Из доски гладильной и каких-то защелкивающихся звуков. Ну, там еле заметный, постоянно стреляешь. Дальше ресэмплировал выстрел и ресэмплировал заряд. Так как выстрел я понижал по питчу, зарядку нет. Все обрабатывал точно так же с сатураторами и эквалайзером. Автомат. Опять же, он мягкий, чтобы сильно не надоедать за игру. Самое главное, начал я вот с этого звука. Хотелось вот такой вот именно тон из каких-то игр. У меня что-то напоминает, не знаю, Medal of Honor или еще что-то. Ну да, вот этот звук добавляет. А дальше я один раз ресэмплировал. Потом зарядка. Ну, то есть, по идее, можно вот отдельно выстрел. И быстро пробегусь по слоям синий луч. Тут моя любимая микроволна. Дальше добавил начало, чтобы был какой-то... Ну и менял немножко эмулятором. И Serum FX выбрал какой-то пресет, который... Огрубил. Это звук наливающейся воды в стиральной машинке. Ресэмплировал. Вот и все. Спасибо.